ребята, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда РМЗС. Возвращаемся в КС-очку и сегодня продолжаем играть на моем замечательном третьем зомби-сервачке под названием «Сожри меня полностью зомби 3». Все ссылочки на него, как всегда, в описании. Перед началом ролика, друзья, с вас лайкосик, подписочка на канал и нажатие на колокольчик. В сегодняшнем видеоролике я обнулил себя по СМ-апаке, донат рубли, у меня все по нулям. Несколько карт, может несколько раундов поиграем, посмотрим, сколько мы сможем нафармить вообще паков, донат рублей и так далее и тому подобное. Поэтому усаживайтесь поудобнее, желаю всем приятного просмотра. Также, друзья мои, в сегодняшнем видеоролике я солью на этом сервере 3 випки. То есть где-то там в середине, в конце, в начале, может быть, ролика будет код, который вы мне отправляете в ВК. И первые три человека, которые мне отправят этот код, получат, в принципе, випку навсегда на этом сервачке, которая стоит 100 рублей. То есть просто отправляете мне вот этот код и получаете халявную випку навсегда. И сможете уже качаться, играть, копить донат рубли, кибермонеты. На сайтике здесь, кстати говоря, пацаны на третьем, именно «Сожри меня полностью зомби 3», очень дешевые кейсы, там на скины, на транспорт, сами транспорты дешевые и привилегии. Поэтому все, не будем долго затягивать, сразу же VIP-меню, берем здесь амапаки, донат рубли, броню. Менюшка так, 3D-дамагер можем включить тоже, показать скин, давайте какой поставим. Вот, новогодний, кстати, скоро Новый год, пацаны, кто ждет Новый год, в чатике напишите. Здесь у нас VIP-меню золотые пушки, вот вам такие будут доступны. И первые 100 паков мы уже с VIP-меню взяли. То есть сейчас мы еще на сервачке поиграем 5 минут, 15, и у нас будет копиться те же самые паки. Также напоминаю, что система боссов здесь есть. Вот подходите, каждый килл убитого зомби, либо же каждые там 15-20 секунд, вы получаете вот эти вот осколки. И вот эти осколки заносите вот сюда, в принципе, вот этому NPC-шному боту. И получается, вот, мы получили 100 паков, 100 донат рублей, так меня зомбаки уже валят, нужно убегать. И как только мы накопим, пацаны, с вами 1000 осколков, запускается карта с боссом. Вот такие вот делишки. Так, нам нужно чутка еще паков нафармить. Онлайн пока что не особо большой, пацаны. Потому что, ну, все играют в основном на первом, на втором сервачке, а на третьем мы здесь и цен на привилегии меньше сделали, и все, поэтому будем сейчас раскручивать, заниматься третьим сервачком, тем более вот вам бесплатно привилегии разыгрываю, поэтому, братва, думаю, будет очень-таки неплохо. Так, один донат рубль, кстати говоря, у нас уже есть. Менюшки админа, давайте массовое заражение, пустим, чтобы быстрее инфекция распространялась, запрыгиваем сюда. Дальше менюшка босса, паутинку включаем. Берем паки, броню жизни и босс пушка. Здесь ближний бой, рок брейк есть и плазма ган, то есть дальний бой. Да, давайте плазма, то есть такая стандартная плазма, я думаю, вы все ее прекрасно знаете. И вот так вот спокойно можем, в принципе, паков немножко пофармить. Вот, дальше, менюшка эпика, здесь уже граб доступен, граб здесь очень прикольный, вот вы можете убить, обезоружить, закопать, откопать, притянуть, к примеру, вот так вот, закопать, опа, и все, и стоять, и фармить образно. Ну, так нельзя, пацаны, но я вам вот просто для видосика вот показал, чтобы потестить пушки. Дальше, менюшка эпика, джетпак вот таким вот образом выглядит, скоро уже новогодние обновки будут, и все приколюхи, очень будет круто. Так, что еще здесь можем? Паки, тоже броню жизни, 5 донат рублей и какую-то пушку. Вот, кстати, вот эта пушка со вторым режимом, видите, она очень мощная. Тут тоже копится мана, и можем вот так вот на мане убивать всех зомбаков. Вот таким вот образом. Ну, прикольно на самом деле, прикольная пушка. Так, ничего, такс, ничего, продление карты. Так, дальше у нас, что будет? Менюшка ультра показал, менюшка... Ультра, точнее, да, эпика показал. Стрельба без задачи. У нас есть паки, жизни, донат рубли. Игнат минимум. Так, Хайпер Пис, Плазмаган, это ВПшка Драгон Лор. Вот давайте с ней в этом раунде поиграем. То есть сундуки. Вот, кстати, еще мы отыграли на серии 5 минут. Бонус 500 паков плюс 5 донат рублей. И хотел вам сказать на фоне этого, пацаны, не забывайте, что у нас проходит сейчас конкурс на ТикТоке, на шортс-видео и так далее. То есть вы можете прямо сейчас, вот сейчас вроде каникулы начались, тем более, да, вы можете спокойно сейчас зайти на сервер, снять какие-нибудь тиктоки, рилсы, там, шортс, видео, загрузить там на тикток, ютуб или в инстаграм,
куда вам угодно. И, в принципе, каждую неделю мы проверяем в группе. Есть вкладочка, я оставлю в описании, да, ссылочку на эту обсуждение, да, куда вы можете заливать свои тиктоки, и за тиктоки вы будете получать бесплатные кибермонеты, либо же настоящие деньги, за которые я вам выдам привилегии. То есть, к примеру, вы там набрали, ваш видос набрал 500 или 1000 просмотров, все, спокойно, вы на 300 рублей сможете там купить, на 300, на 500 рублей купить себе там какую-нибудь из вот этих привилегий, админку, там, боску, эпика, и так каждую неделю. Вы можете хоть 100 видосов делать и вот так вот копить, в принципе, свою валюту. И уже после того, как вы накопите, вы будете получать кибермонеты себе на аккаунт, за которые сможете там крутить кейсики на сайте, либо же сразу же я вам выдам привилегию. Поэтому как-то так. Поэтому вот, стартовый капитал образно для подписчиков готов. Это 3 человека, которые мне напишут первые, получат випку, а остальные уже будут типа собирать там валюту себе. Вот, как-то так. Вот здесь я пока стоит. И вот здесь. Опа, вот осколок, кстати, тоже можем его собрать, потому что мы копим паки и все остальное. Давай, собирается по красоте. И нам нож нужно поменять. Прописываем команду knife, берем меч проклятия, он запускает салюты, вот такие, сейчас вам покажу, вот так вот, такие вот салюты, пацаны, и дамажит зомбаков. Вот первый килл сделали, вот этого завалили еще, и перезарядочка у нас. Окей, менюшка ультра показал, Игнат, АУ, Гвардиан, я не помню, какие там пушки, прикольно, не, это не прикольно, мне она не нравится, но она тоже со вторым режимом, она запускает рыцари, которые убивают зомбуков, так, по толстяку стреляем, у нас экран потух, так, поэтому давайте лучше ее выбросим. Менюшка делюкса, бесконечные патроны, донат рубли, все вот это, мины, кстати, можем брать, так, а где у нас мины, вот так вот, зомбаков, опа, бросаем. Еще вот так, взрывчатую гранату. И все, сразу же, смотрите, сколько убивает. Нормально, пацаны, нормально, я считаю. Давайте еще одну. 5 мин за раунд можете ставить. Каждый раунд по 5 мин вот так. И все, и делаю тоже киллы. Сейвить паки, донат рубли и так далее. Так, я не туда поставил, наверное. Давайте, опа, сюда еще одну. Вот, пускай взорвутся. И мы засейвим... Опа. Так, нас сзади кто-то. Нам нужно подарочки собирать, потому что у меня питомца здесь тоже нету, пацаны. Без питомца особо не круто. Вот, поэтому сегодня такой длинный видеоролик получится. Мы будем с вами фармить. Вот, 500 паков еще. Вы выполнили задание. Кстати, квесты же есть, пацаны. Я и забыл про квесты. То есть, убить, допустим, там определенное количество зомби. Вот, завершен у нас комбо лайт. Это... Комбо лайт, это убить зомби за раунд. 100 зомбаков нужно, пацаны, вот. И у нас выполнится квест. То есть прикольная темка. Дальше, менюшка делюкс. О чем мы еще здесь не взяли? Эти мины показал вам, у нас первый зомби пока что. Холли и Петрал Бумер. Так, можем сейчас инфекцию распространить как-то. А как нам это сделать, я вот не знаю. Насчет 46 на 0. Так. И что мы делаем? Нам нужно М6-2. Смотри, что я сделаю. Рамзес, М2-3, инфекционка, баунс, М2. Вот так вот по красоте становимся человечком. И все. И сейчас инфекция уже попрет. Так, джетпак мы не профукали. Остался он у нас. И можем уже скоро взять М6-6. Холи Петрал Блумер. Бумер, вот этот, бумер. Бумер. Так, давайте еще одного зомбака ждем. И в следующем раунде попытаемся выполнить квест, убить там 10 зомбаков, что-то такого. Вот, кстати, это тоже пушка очень мощная, вот так вы просто летаете, она сейвится, и вот так в кучу зомбаков стреляете, и киллы за киллами спокойно просто вам паки, во-первых, паки копятся, во-вторых, киллы засчитываются. То есть пушка очень прикольная, на маленьких особенно картах, вот на ней играть, с ней выживать точнее, прям безумно круто. Потому что вот по 2000 хп даже сносит, вот толстяк уже ловушки ставить здесь. Давайте, опа. Скоро кодик, возможно, пацаны, где-то у вас на экране появится, кто смотрит видеоролик. Поэтому да, ждите и получите халявную випочку. Вот, давайте сюда немножко еще. Что мы еще здесь можем взять? Броню, вот тоже паки каждый раунд можем брать. Броню. И вот эти вот взять мины можем. Чутка с минами побаловаться можем, почему бы и нет. У вас уже есть мина. Так, окей, как нам ее поставить? Я не помню, вот она.
Вот, и в кучку зомбаков вот так, опа, баунс бросаем. Еще один вот так выстрел делаем. И все, два килла, но сейчас мы еще добьем вот так вот, вот этим Петром Бумером. И прилетаем сюда. Тем временем у нас уже 5000 паков накопилось. Так, окей, пишите, кстати, в комментариях, какой рекорд амопаков у вас есть. Взять арбалест, электросеть можем, кстати, установить. Вот такой вот, опа, одну. Так, вторую. И третью, вот, все, электросети установили. Вот такие зомбаки на них стоят. И у них тратится хпшка. Вот видите, тоже прикольная темка. В менюшке создателя выдавать джетпаки. Паутинку можете, ВПшку Hyper Beast, этот типа Dragon Lore. И АВПшка Азимов. И взять арбалест от 5 зомби, кстати, вот эта вот пушка. Она копит тоже ману. И на левую кнопку мыши первый режим, на правую второй. То есть прикольная тоже пушка, мне очень нравится. Но мы сейчас будем сейвить. У нас только сколько? 71 килл. Очень мало, пацаны еще заходят вот. Поэтому давайте вот на правую кнопку мыши зажимаем. И вот всех подряд просто, если вы видите через экран, вот всех подряд вот эта пушка мочит. А мы просто подходим и собираем ящики с донат-руплями, самопаками и со всеми приколясами. Вот, и кстати здесь... Ого, Том Круз меня завалил. Нормально, я даже не заметил, как это произошло. Окей, так, Warhammer Darkness. Давайте с ним побегаем в этом раунде. М6-2, массовое заражение. Вот, хаос могли, кстати, пустить. Могли с хаосом поиграть, ну, да ладно. И так неплохо, и так сойдет. Так, давайте, вот такая вот акула. Сразу же убиваю двух зомбаков. Инфекция распространяется. Менюшка создателя. Так, кто это? А, вот паренек. Так, установить электросеть. Взять арбалест. Давайте пареньку дадим арбалест. Вот, пускай он с ним фармит немножко. Пофармит. А мы что сделаем? А, кстати, мы же можем через менюшку создателя выдать джетпак. Кто это? Алмес. Босс. Где он? Опа, все, выдали джетпак ему еще. По красоте. Все, сейчас он может еще на джетпаке летать. Все, пускай паренек порадуется. Дальше, что мы сможем здесь сделать? М6-8. Мишка владельца, выдать привилегию эпика. Тоже ему дадим. Вот так вот, со следующего раунда будет доступно ему. Сбросить новогодний ящик вот здесь. Пускай тоже пареньки собирают, кто хочет. Вот так вот акулой подзорвем немножко зомбаков. Так, что еще у нас здесь есть? Менюшка владельца. Новогодний ящик. Так, окей. Все, сбросили. 3 ящика, кстати, можно сбрасывать. Вот они. 1, 2, 3. По 100 донат рублей. А мы же копим паки, поэтому нам нужно их собирать. Пацаны, что я туплю-то? Нам же нужно их собирать. Все, собрали. Отлично, заходим сюда. Менюшка владельца. Нам нужно какую-то пушку крутую взять. Азиаточка. Вот, лазер шторм. Вот это прикольная темка, пацаны, сказать, чем она прикольна. Потому что мана копится вот в правом углу, где патроны, посмотрите. И мы можем на больших расстояниях мочить зомбаков. Просто, вот смотрите, накопилась, допустим, сотка. Правую кнопку мыши нажимаем. И вот такой вот появляется купол, да, в котором... Который мы наводим на зомбаков. И зомбаки просто-напросто вот так вот. Сколько паков нам фармится. Вот прикольная темка. Вот можете реально, кто хочет, купить здесь вот эту привилегию. В какой она находится. М6-8. Владельца. Да, прикольная темка. Вот энергия накопилась. И дальше продолжаем вот так вот. Зомбаков. Опа-опа. Куполом своим. Можем вообще его хоть туда, хоть на другой спаун заносить. Граб работает, то есть темка прикольная на самом деле, реально. Вот тоже дьявольская святая граната. Вот можем выдать себе. Вот сейчас подзорвем немножко зомбаков. Давайте, это будет притягивать, да, вот притягивать. И мы еще куполом вот так вот ставим. И все, и собираем наши донаты рубли и амопаки. Тем временем у нас 7000 паков. Но мы не собираем еще их, да? Нужно собирать, пацаны. 7000 паков и уже 8. И сколько? 1800 донат рублей. Нифига себе. У нас даже донат рублей практически больше, чем амопаков. Эквивалент. То есть 2 кибермонеты мы уже накопили. Вот мы еще отыграли на серии 15 минут. Еще 1500 паков дало и 15 донат рублей. Поэтому неплохо, друзья мои. Так, а дальше у нас идет менюшка спонсора. Это взять буст комплект. Сразу же паков, сколько нам добавилось. Комплект улучшения хука, гранат, защита от инфекции от ревенантов. Меню транспорта.
Вот, кстати, можем в этом раунде на транспорте побегать. Танк. Кстати, танк здесь доступен, его не надо покупать. Это как, ну, короче, подарочный транспорт для игроков с привилегиями. То есть с максимальной привилегией. То есть это транспорт, как это вам сказать, братишки? Как правильно это сказать? Этот транспорт, получается, доступен всем бесплатно, вот игрокам с максимальной привилегией. Это как бонус идет, вот этот транспорт. Поэтому вот, собирайте, снимайте тиктоки, кто хочет, тем более каникулы вот сейчас. Можете снимать тиктоки, можете... Так, давайте, нам нужно запрыгнуть наверх. Нет, запрыгнуть нам не нужно, нам нужно на вот этот спаун. Вот так вот здесь, вот этих завалить немножко, пострелять. Опа. Вот здесь есть? Нет, здесь нету зомбаков, поэтому... Здесь не нужно, вот, вот так вот. Опа, сразу минус 3. И нам нужно остаться так, когда останется секунд 10. Нам нужно с транспорта вылезти, припарковать где-нибудь его. Вот, стоите просто АФК, нажали, и все. И просто копите вот так вот киллы. Ну имба, пацаны, лютая, реально. Так, все, давайте вылезем, соберем немножко паков. Сразу же зомбаки на меня. Так, и акулы, кстати, еще сколько там зомбаков завалил. Ну, неплохо, неплохо. Так, паутинку юзаем. Собираем подарочки, чтобы в топы продвинуться, да? Вот игроки уже... Так, все, транспорт у нас будет здесь стоять. С ним ничего не сделается. Вот, Ника зашел. Вот у вас такой же скин, такая же привилегия, такой же топорик будет. Поэтому, братишки, заходите, реально, кайфуйте. С бесплатными привилегиями. Так, мишка создателя. Ветус, так, это у нас вот такой вот. Так, давайте танк пока что перепаркуем. Я не помню, вот, садиться так в него. Нужно запрыгнуть, короче, сюда. Ну, о чем? Не можем сюда, что ли, запрыгнуть? Маленькая высота. А сюда? Ну, сюда могли. Можем, да? Сейчас пускай наш танк, танкист наш вот здесь стоит. Окей, инфекция пока распространяется. У этого зомби-класса способность коконов должна быть. Коконы, я вот не помню только как... На какие кнопки там нажимать, чтобы она завязалась? R или E плюс ПКМ, что-то такое. Вы подходите к зомбаку, и коконы вот так вот должны срабатывать. Только я не помню, на какую... На R, может, пацаны? На R. Ну ладно, ничего, не суть. Так, сколько? У нас два зомби. Что мы можем здесь сделать? Меню транспорта, выдать квантум горизонт и выдать бункер бластер. Вот, вот это самая мощная прям пушка на сервачке, пацаны. Кто помнит ее, с вас лайкосик. Вот, тут паренек, видите, собирает вот эти вот жетоны. И вот эти жетоны можно отправлять вот сюда, вот сюда, вот сюда, баратка, вот сюда. Вот, все, стой, отправляй. Отправляй. Не отправляет. Ну ладно, давайте его сюда затянем, да, потому что некрасиво получилось. Так, пушка эта, то есть на левую кнопку мыши стреляет таким образом, я думаю, вы помните, да, а на правую кнопку мыши прям по всем начинает шмалять, по всем возможным зомби. И мы можем так быстренько киллы прям делать. Ну имбово смотрится, и сразу 16 паков, 12, там мою пушку уже кто-то юзает. Вип, да, подобрал мою пушку, с танком сидит такой красивый. Вот, ну ладно. Мы фармим дальше. В принципе, нам никто не мешает. Можем на тот спаун уйти, посмотреть там, что происходит. И здесь немножко киллов поделать. Но здесь только один зомби, поэтому не особо интересно будет. Вот, все. И эта пушка самонаводящаяся, то есть сама стреляет. Нам не нужно целиться. Очень-очень имбовая. Поэтому, братишки, дерзайте. Так, 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 так. Давайте, давайте, сколько? Плюс 20 паков нам копится. Плюс 118. Так, ну нормально, неплохо, я бы вам сказал. Так, давайте дальше. 17, 34, 12. Еще подарочки собираем. Ну неплохо, у нас уже 1900, практически 2000 Рамзес плюс, если видосик. Плюсик. Так, нам нужно, короче, залететь, пацаны, еще сюда, пока нас никто не заразил. Чекнуть нужно, сказать, что... Так... Опа. А, мы с ловушкой, короче, забагались, пацаны, ладно. Нам нужно чекнуть, какое мы место занимаем. 128, а по топу 15. Ну, здесь не густо, поэтому, пацаны, я говорю, заходите, качайтесь, будете топами на этом сервачке. Рома, go screen.
Попозже сделаем. Вот так давайте напишем. И напишите в комментариях, у вас каникулы сейчас, братишки, или нет? Потому что мне писали, что Рому Go-конкурс там замутим что-то. У нас каникулы, то еще. Вот я хотел у вас уточнить, братва. Каникулы у вас или же нет? Поэтому я вот решил для вас 3 випки бесплатные разыграть на этом сервачке. Просто там, кто первый, 3 человека напишут мне ник и пароль. Ой, какой ник и пароль? Код секретный, который будет вот в видео. Смотрите внимательно видосик, да? И он появится где-то, секретный код. И вы сможете, в принципе, получить... Так, вот здесь прям очень много зомбаков. Получить бесплатную випочку. Так, 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 так. Опа, мы телепорт заюзали каким-то образом. Я не понял, как мы телепорт... А может, эта пушка... Пацаны, мы как-то телепортнулись, только я не понял, как. Возможно, это этот... Блин, я не помню. Вот, коконы создает. А на какую кнопку я нажал, я не понял. Вот и коконы сразу же убивают зомбаков. Только я не помню, на какую кнопку я нажал сейчас. Вот это вот, приколдес, да? И не хватает здесь гранаты, которую вот бросаешь, и она все амапаки, ящики собирает. М2-4. Так, броню давайте возьмем. Так, и мы снова застряли. Надеюсь, нас никто не завалит. Потому что будет обидная ситуация. Так, 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 так. Ну, пацаны заходят. Вот видите, я зашел, пацаны уже заходят, играют. Так, ну нам подарки нужны, пацаны, подарки, подарки. Снова в ловушку попал. Снова в ловушку попал. И 196 киллов у нас пока что. Ну, это не особо много, я бы сказал. Но все равно неплохо. Так, дальше. Так, пушку надо не профукать. Возьмем, чё, фетус взяли. Хаммер Defender для делюкса. Вот таким вот образом, фиолетовым выглядит, очень красиво. И давайте зомби-класса поставим Гем Ревенант Микроб. Там очень много способностей, со всеми можете ознакомиться на сайте. И мы джетпак профукали с вами, вроде бы, да? Ну окей, ничего страшного. Мы залутаем и так. У нас же танк еще есть, можем танк, та, которая у тебя... Ну да, да, давай, братишке, дадим пушку, он мне вот эту даст. Мы с этой немножко пофармим. Вот смотрите, как он сейчас будет фармить. На левую кнопку мыши, на правую. Там на ПКМ. То есть мы на ПКМ можем стрелять, и он на правую. И без патроны можно? Окей, только где выдаются бесконечные патроны, чтоб я помнил, пацаны. М6, менюшка создателя, бесконечные патроны. Ника, Ника, правильно? Правильно же выйду. Все, СПС. От души душевно в душу, правильно, братишки, правильно. Делаем приятно подписчикам. Вот, поэтому буду ждать вас на сервачке, братва. И скоро уже чувствую, что где-то появится кодик, если он еще не появился. Но, скорее всего, я в конце видеоролика где-то вставлю. Вот, поэтому надеюсь, вы посмотрели видеоролик до конца, Так, здесь убиваем. Сколько у нас уже паков? 114 тысяч. Паки можем обменять на донат рубли. Или же питомцев, да, на донат рубли, донат транспорт, покупка донат рублей, вот. И все, продаем свои донат рубли, и у нас 1990, нужно еще 10 донат рублей нафармить, вот здесь, здесь. Еще последний, так, вот ящик с донат рублями, собираем, и все, у нас уже 2000 донат рублей. А 2000 донат рублей, мы можем их поменять, пацаны, покупка кибермонет, раз, два. Все, у нас 2 кибермонеты уже на сайте доступно. То есть за эти 2 кибермонеты вы сможете дальше вот так же копить и открывать, в принципе, бесплатные кейсы. Там с привилегиями, повышать себе привилегию. Либо же там с транспортом и так далее, тому подобное. Поэтому, братишки, дерзайте, заходите, играйте. Конечно же, кто хочет, покупайте привилегии. Все ссылочки на сервачок, как всегда, в описании. Но на этой чудесной ноте будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рамзес и Дела. Цены на привилегии еще раз у вас на экране. Буду рад каждому, кто зайдет. Вот, всем удачки, братишки. Всем пока. Пока.